Охота не задалась. На территории Полесского радиационно-экологического заповедника поймали двух браконьеров. Мужчины, не обращая внимания на запреты, отправились за дичью, но повстречались им лишь сотрудники Брагинской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира. В связи с тем, что эти граждане осуществляли незаконную охоту на территории зоны радиоактивного загрязнения, и даже ввиду того, что они не добыли никакой дичи, но за сам факт незаконной охоты на этих территориях, было возбуждено в отношении их уголовное дело. Грозит им или большой штраф, или даже вплоть до лишения свободы. Прошлой ночью в Гомеле спасатели выезжали по вызову, поступившему от медиков. Помощь понадобилась пенсионеру, который не смог самостоятельно встать с сиденья зала ожидания ЖД вокзала после продолжительного сна. Выяснилось, что за время сна рука мужчины застряла между стульями и очень сильно отекла, из-за чего самостоятельно извлечь он ее не смог. Работники МЧС при помощи гидравлического инструмента деблокировали руку мужчины. Пенсионер в медицинской помощи не нуждался. На бульваре Дружбы в Мозыре дорогу не поделили Митсубиси и БМВ. В результате столкновения 61-летний водитель японского авто получил травмы и был госпитализирован. Он же, по словам госинспекторов, стал виновником ДТП, не уступил дорогу машине, двигавшейся по главной. Стоит отметить и тот факт, что оба автомобиля не имели допуска к участию в дорожном движении. И еще одна новость от госавтоинспекции. С 28 сентября по 7 октября на дорогах Гомельской области будет проходить комплекс профилактических мероприятий «Встречная полоса». Планируется проведение спецрейдов, направленных на выявление и пресечение нарушений правил обгона и выезда на встречку. За 8 месяцев 2018 года на территории Гомельской области произошло 24 дорожно-транспортных происшествия, в которых 15 человек погибло и 34 получили ранения. Причиной дорожно-транспортных происшествий был выезд на полосу встречи движения, либо нарушение правил обгона. Госавтоинспекция напоминает, что согласно Кодексу об административных правонарушениях водителю, нарушившему правила обгона, либо выехавшему на полосу встречного движения тогда, когда это запрещено правилами дорожного движения, грозит административная ответственность от 2 до 10 базовых величин с лишением права управления, либо без лишения права управления сроком до 1 года. Таков обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь на Беларусь 4.